Долгосрочная целевая программа «Новое поколение» реализована с целью создания условий для сохранения здоровья, развития личности и самореализации молодежи. Участие в реализации программы приняли ведомства, учреждения, общественные организации, инициативные группы молодежи. Реализовано около 200 мероприятий, сформированных по 6 разделам. В целях сохранения и укрепления здоровья детей проводилась иммунизация воспитанников специализированного дома ребенка. Приобретено медицинское и развивающее оборудование для 5 родильных домов, 2 детских больниц и санаториев дома ребенка. Проведены конкурсы «Лучшие учреждения года в системе службы материнства и детства», «Лучшие по профессии», организовано обучение врачей и медицинского персонала. Приобретен спортивный инвентарь для учреждений начального и среднего профессионального образования, детских домов и школ-интернатов. В целях защиты прав несовершеннолетних укреплена материально-техническая база комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Надежда» города Омска создан телефон доверия. Организовано питание безнадзорных и беспризорных детей в ходе акции «Дети улиц». В целях создания условий для трудоустройства и адаптации молодежи на рынке труда реализован комплекс мер, направленных на популяризацию и развитие движений студенческих отрядов. Организована грантовая поддержка бизнес-проектов начинающих предпринимателей. Ежегодно обновляется база данных, вакансий и образовательных учреждений в сфере культуры. Организовано волонтерское движение «Юный профконсультант». Проведены профориентационные акции. В целях поддержки одаренной и талантливой молодежи организовано вручение молодежной премии правительства Омской области для поощрения молодых деятелей науки. Реализован проект «Молодежная культурная столица», конкурс профессионального мастерства среди молодых специалистов «Лучший по профессии». Организовано участие омских команд КВН в играх высшей и премьер-лиги Международного союза КВН. Создан рекреационный комплекс «Резиденция Деда Мороза», который посещает более 2500 человек. Проведены концертные программы для детей-сирот с участием Омского государственного детского ансамбля. Приобретено компьютерное, спортивное оборудование и мебель на общую сумму более 11 миллионов рублей для 6 учреждений дополнительного образования. Проведен капитальный ремонт комплекса «Зимний сад» Омской областной станции «Юнатов». Организовано участие детей и молодежи в межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях. Создан банк данных талантливой молодежи. В целях поддержки детских и молодежных общественных формирований, студенческих инициатив, патриотического воспитания молодежи реализован комплекс мероприятий с участием общественных организаций и объединений. Проведен конкурс социально значимых программ и проектов, фестиваль детских и молодежных общественных объединений, конкурс «Лидер 21 века», слет патриотических клубов и объединений. За время реализации программы финансовую поддержку получили более 20 проектов общественных организаций. Оказывается, поддержка в реализации молодежных добровольческих инициатив. В целях кадрового обеспечения проведены обучающие семинары, курсы повышения квалификации, конкурс профессионального мастерства работников сферы молодежной политики Омской области. Особое внимание уделено информационному сопровождению программы. Мероприятия на постоянной основе анонсировались и освещались в средствах массовой информации. Организовано издание молодежного журнала «Дело молодое». В 2013 году впервые состоялся конкурс профессионального мастерства среди молодых журналистов. Общий объем финансовых средств, выделенных на реализацию программы, составил более 90 миллионов рублей.